Николай Степанович Гумилев. Ягуар, 1907 год, читает Лев Литвинов. Странный сон увидел я сегодня. Снилось мне, что я сверкал на небе, но что жизнь, чудовищная сводня, выкинула мне недобрый жребий. Превращен внезапно в ягуара, я сгорал от бешеных желаний, в сердце пламя грозного пожара, в мускулах безумья содроганий, и к людскому крался я жилищу, по пустому сумрачному полю, добывать полуночную пищу, Богом мне назначенную долю. Но нежданно в темном перелеске я увидел нежный образ девы и запомнил яркие подвески, поступь лани, взоры королевы. Призрак счастья, белая невеста, думал я, дрожащий и смущенный, а она промолвила: «Не с места!» И смотрела тихо и влюбленно. Я молчал, ее покорный кличу. Я лежал, ее окован знаком, и достался, как шакал в добычу, набежавшим яростным собакам. А она прошла за перелеском тихими и легкими шагами. Лунный луч кружился по подвескам, звезды говорили с жемчугами.